Начала собирать помидоры и решила вот показать их на кусту. Вот такие вот. Я не знаю, как называются, к сожалению. Я прям с удовольствием поделилась названием. Но сорт просто волшебный. Вот реально. Вот я не знаю, сколько сантиметров, наверное, максимум 30, наверное. Ну вот, вот до земли. Вот моя кисть. Чуть выше, да? Ну сколько у меня кисть, я не знаю. Ну, представляете, вот грозди. Ну, просто грозди. И много так. Это вообще прям. Ну, из-за дождей, вот видите, начали эти листья темнеть. Вот эти вот я даже теперь уже и сажать не хочу, хотя вот эти длинненькие, они как называются, забыл, как называется. А вот эти, кстати, помидоры, вот этот вот, я две вот срезала, обалденно вкусные. Прям не знаю, сажать нет, потому что они вот такие маленькие, еще и лопаются, наверное, из-за того, что дождей много. Вот, на вкус очень вкусные. Вот дождиком, вот видите, их сбивает. Дождики очень сильно идут. Тут вот еще две спеют. Ну, надеюсь, то, что будет поспевать. Но вот эти, конечно, это просто. Вот посмотрите, вот эти вот, да, тут трава в основном. И вот эти вот. Короче, нарекламировала вам помидоры. А какие, говорю, как они называются, понятия не имею. Привет, дурочки. С понедельника, точнее вы. Вы это видео видите не в понедельник, поэтому не с понедельником вас. Там уже будет, наверное, среда. Ну, не буду загадывать. Вот. Желаю всем хорошей недели. Легкой. Чтобы было побольше приятностей. И вообще, чтобы все было замечательно. Очень хочется чего-то хорошего, доброго. Вот. Чего именно не знаю. Еще не придумала, чего я хочу. А сейчас я еду в магазин за продуктами. У нас кончилось молоко полностью. Вчера пекла блины. И все. Молока больше в доме нет. Поэтому надо сейчас закупиться, чтобы потом не ездить никуда. Я не очень люблю в магазины ездить. Я езжу раз в неделю, иногда бывает два. Но если что-то особенное там придумала сготовить, наверное, могу еще сходить там, зайти. Ой, кстати, сметану надо купить. Вот. А так я вообще не любитель вот продуктовых магазинов. И еще проблема все время, что сготовить. Вот вообще, я не знаю, как люди придумывают. Я тут все время опрос населения провожу. Кто что сготовил, расскажите мне, пожалуйста. Потому что мужчины мои как-то особо, ну как, что, говорит, тебе удобно, то и готовь. А мне же хочется, чтобы вкусно было и как-то немножко разнообразно. А так как-то прицепились к каким-то определенным одним блюдам. И вот одно и то же как-то не хочется. Хочется чего-то новенького. Может, в магазине что-то придумаю по ходу. В общем, надо чего-то такое придумать. Вот. Так что, надеюсь, у вас тоже все хорошо. Как вы провели выходные? Мы провели их... А, ну на рынке, я же вам показывала, мы гуляли. И я в тот день находила так много шагов. В общем, конечно, много ходить тоже вредно. Ходить это хорошо, но много ходить не очень хорошо. Потом все равно начинает все болеть. Но все равно было здорово, под дождичком погуляли. Все хорошо. Убралась в саду. Надо было снимать до, а потом после. А я что-то взялась, просто поторопилась. Там машина должна была прийти забрать биомусор. Вот. А я подстригла там, что немножко она забрала, остальное вот нет. Сетку вот никак не сниму с вишни. Надо заняться. Подстригла, короче, газон. То его вообще не было, теперь перерос. Аж там даже преть начала трава. Убрала там такие ветки на, как её, на ежевике большие. Там такие бывают, как они, пустоцветы или как назвать, такие большие. Сейчас покажу, кстати, как ежевика спеет. Она сначала почему-то, сначала первый урожай снимаешь прям много, там 2 килограмма я тогда сняла, а потом они спеют вот так вот. То есть вроде бы большие ягоды, да? Вот так, одна-две поспевает на ветке, и вот, вот видите, вот так же вот. Одна поспела. Не знаю, или солнца было мало, или что. Висит много ягоды. Вот, полно прям. Но
пока не спеет. Не знаю, некоторые веточки вот посохли, а некоторые это... В общем, теперь собираешь как-то вот по одной штучке. Как-то странно. Вот здесь вот они прям от тяжести вон повисли. А ягоды крупные. Сейчас вот покажу. Нет, это еще не поспело. Вот, смотрите, какая большая. Такая вот ежевика. На улице, которая вот такая, она, как сказать, как уличная, это вот эта дикая, она, наверное, вот такого вот размера, вот. То есть по сравнению с этой, вот когда она вот посозревает, а та остается вот такой маленькая, а эта вот такая большая. Ой, извиняюсь, у меня ногти грязные. Убиралась в саду, и она очень вкусная. Вот такая вот ежевика без иголок. Я не знаю, видно, нет, вот она вообще нет иголочек на ней. Вот, она, конечно же, просто вот, смотрите, и крупная, и вкусная. То, если будете сажать ежевику в саду, смотрите обязательно сорта без иголок, без колючек. Мы зашли в церковь, вот тут алтарь. Такое красивое. Смотрите, какой орган большой. Двери. Здесь стоит рояль. Первый раз такое вижу. А вот это вот исповедальня. И тут вот прям написано вот имя, например, пастор Корфмахер. Вот там. То есть вы прям к конкретному человеку идете. Вот. Фарер Зюс. Видите, как интересно. Такое первый раз вижу, что подписано было. И никого в церкви нет, только мы. А вон еще женщина зашла. Вот такая вот церковь красивая. И очень красивые блики от мозаики. А вот это, скорее всего, для крещения чаша, в которой... Куда тут так красиво все сделано, очень красивая церковь. А вот здесь вот ставят за упокой. Вот отдельная вот комната. А здесь реставрируют кукол. Смотрите, стоят некоторые вон упали. Вот. А вон там, смотрите, что лежат куколки. Сейчас я приближу. Смотрите, их там реставрируют. Вообще. Сейчас еще покажу вот здесь вот сбоку. Смотрите. Какие интересные. А вон там тоже поломанные лежат наверху. А это вот их чинят. Куколки из серии. Тут, наверное, специально какие-то там. А здесь как вот на якутов похоже или на кого. Ой, а там вон тоже лежат в коробке, смотрите. Вот такая большая прям кукла. А там вон даже гардероб есть. И вон они там с проломленными головами. И вот их реставрируют здесь. Смотрите, как интересно сделан памятник. Прям из земли, как будто он вылазит вот из этого, из люка. Такой прикольный. Вообще очень интересный городок. Очень много зелени, вообще старых зданий. Очень интересно. Там музыка, правда, играет. Там ребята вон сидят, музыку слушают. Но вообще классный город. Это мы после поезда здесь спустились, вот дошли до нашего замка прогуляться. Приульского. И даже включили фонтаны. Фотографии замка, наверное, уже вы видели миллион раз. А фонтаны в этом году почему-то мало включают. Здесь вот такие красивые цветы высаживают. Высаживают их каждый год. Это не повторяющиеся. То есть они их новые все
Вот эти красивые мне понравились. Не знаю, что это такое. Потому что петунья, она вроде бы вниз, а эти вверх растут. А вот эти вот беленькие, они вкусно пахнут. Вот такая вот красота. Аромат просто обалденный. Вот сколько гусиков. Травку можно не стричь.